Главное не наступить. Но это не сравнится с тем, что как там я уронила целую банку на прошлом уроке. Да, не сравнится, да. Уже лучше у тебя все. Да, девочки у нас пишут мастихином. Мастихином называется писать. Диана, еще месяц, и тебе белого цвета не хватает. Добавь туда белого. А мне надо белый. Тебе тоже надо белый, конечно. Да, туда. О, фиолетовый получила. Молодец. Добавлять белый? Конечно, добавляй чуть-чуть туда белого. Молодец. У нас такие палитры пластиковые. Мы на палитрах плоских, да. Нам удобно смешивать и делать. Наносить мастихином. Это все наоборот, а я наоборот. Я слишком близко белый положила. Ой, я на зубы положила. Тряпочка. Готово. Как вам мастихином работать? Мне нравится. Я бы еще маслом хотела работать. Ну, маслом? Да, маслом тоже интересно. Ну, сделаем маслом как-нибудь. Живи, Валера! Ну, хотя как я его домой принесу, если он месяц сохнет? Валера, да, ты будешь дома сушить. Так, а у Милены? Живи, Валера! У Милены. Надо еще. Валеру? Вот это тоже макнем сюда. Прям макнем, макай. Давай. Давай туда ее. Давай, вот. Только чуть-чуть нужно водички, она у тебя точками получается. Макнуть воды. Да, да, да. Что это за цвет получается? Что? Вот здесь вот так вот. Тебе нравится мастихином работать? Да. А что тебе нравится? Мне, как он намазывается, такие мазки происходят красивые. Классно. Пишу картину. А у Милены целый космос на ткани. Надо снять футболочки. Милена, тебе нравится разрисовывать? Да. А что тебе нравится на ткани? На ткани, потому что как-то я делаю, хочу красивые переходы делать. О, круто, молодец, умница. У тебя получается. Молодец. У меня еще абстракция. У Арины перешли на кисточку. Да, я реставрирую свой горшок. Почему ты на кисточку перешла? Ну, не знаю, потому что я решила его кисточкой, мне больше кисточкой нравится. Ну, отлично, хорошо. Вот такие цветочки я сделала. Я реставрирую. Давай, горшочек. Крепись, горшочек. Молодец.